Пользоваться услугами поликлиник постепенно становится все удобнее в силу того, что цифровые технологии, пусть не везде, но внедряются в медучреждениях страны. Главное, сами врачи и пациенты видят результат. Анастасия Валикжанина продолжит. Скорой медицинской помощи уже не помнят, когда в последний раз пользовались бумажными носителями информации. Благодаря цифровым технологиям ситуационный центр в разы ускорил обслуживание больных. Когда на пульт диспетчера скорой помощи поступает звонок, всю информацию о больном тут же вносят в компьютер. Данные принимающей стороны автоматически переходят в отдел эвакуации, которая перераспределяет вызов согласно территориальному принципу. У нас среднее время доезда по городу это составило 18 минут, на сегодняшний день 14,7. Обслуживание в среднем по городу составляет 23 минуты. Ситуационный центр работает в режиме, можно сказать, цифровизации. И за сутки принимает около 4000 вызовов. Все эти вызовы передаются через планшет. Получается, все диспетчера, все старшие врачи контроля и все, кому надо, статистика, например, вот это все видит. В регистратурах при поликлиниках уже забыли, что такое бумажные амбулаторные карты. Холл, в котором сидело 20 операторов, и когда-то были огромные очереди, теперь пуст. Стоит лишь один сенсорный экран, в котором все необходимые данные. В колл-центре можно узнать информацию о врачах и записаться на прием. Еще одна удобная система – паспорт здоровья. Его можно открыть с помощью специального приложения. Теперь вам не нужно идти за результатами анализов, вся информация собрана там. Окончательным, конечно, фактором было введение медицинской информационной системы – это электронные паспорта. То есть, значит, пациенту не нужно было носить с собой эти талмуды, карточки и так далее, и так далее. То есть все эти медицинские информационные системы, они связаны со всеми порталами Министерства здравоохранения. То есть если пациент выписывается со стационара, то, значит, ему не нужно никакую выписку на руки получать. То есть эта вся система, все попадает непосредственно в эту, его паспорт здоровья. Удобно стало записываться к докторам, смотреть результаты своих анализов, также смотреть расписание врачей через мобильное приложение. Я им пользуюсь и всем рекомендую. Удобно стало как пациентам, так и врачам. В онлайн-режиме доктора могут следить за своими часами приема, видеть полную историю больного. Анастасия Валикжанина, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.